ньюс этого часа. Привет, с вами Виталий Мишура на Like FM, и у меня заметные новости. Специалисты рассказали о трендах визуального маркетинга в 2024-м. В настоящее время пользователи интернета и компаний все чаще обращаются к нейросетям для создания оригинальных коллекций. Кроме этого, растет привлекательность дизайна с отсылкой к изделиям ручной работы. В основном это относится к этикеткам. Еще очень популярен антибрендинг. Основная его идея заключается в том, чтобы быть не похожим на других участников рынка, выделяться из толпы и вызывать эмоциональный отклик у потребителей. Также трендом стал ROW, в переводе с английского Роу означает сырой, то есть дизайнеры в этом стиле отличаются отсутствием изысканности и стремлением к аккуратности. Это был Виталик Мишура. Ловите лайк. Лайк ньюс этого часа.